Всем привет, это я Акума, и это мой седьмой выпуск. Я нашел читера. Маргариан Бакрат. Звоним. Алло, здорово. Алло, здорово. Что тебе читы надо? Но. Я создал чит под названием Аккумунатор 2000. В нем использовал я нанотехнологии. Мне помогал Майкл Джексон, Стив Стиберг и Чарли Чаплин. Скидывай тебе, да? Да, скидывай. Все, а у тебя античит есть? Нет. У меня вообще ни одного чита нету. Я без читов все время. Антивирусник, во. Антивирусник-то есть. Ну, отключи его, пока будешь. А и включи экран, кстати, мне, чтобы я тебе показал, как его включать. Так я обычно им людям продаю за пятишку, там, за косарь, а те бесплатно. Вижу сразу, хороший человек. Ну, СПС. Все, сохраняю. А ты мне экран включишь? Видео, что ли? Ну, экран свой покажи. Умеешь экран свой показывать? Только камерой. Ну смотри, вот ты в скайпе видишь плюсик такой? Где сбросить трубку слева? Как бы вам сказать? Это, короче, мой самый-самый быстрый выпуск. Очень-очень он быстрый. Или нет? Алло, ты тут? Да, тут. А, не, нормально. Ну все, ты на плюсик, знаешь плюсик? Увидел плюсик? Ну. Нажми на плюсик, и там будет написано демонстрация экрана. Нажми на демонстрацию экрана. Все, нажал. Ну и показать там еще. Демонстрация экрана и начать нажми. Показать рабочий стол? Да. Все, начать. Ну, что-то я не вижу твой экран. Во, вижу. Ща, подожди, грузится. Ща. Что-то долго. Ладно, пожнём. А их потом как это, ну, включать? Или они сами по себе? Я тебе сейчас все покажу. Вот экран твой увижу и покажу. Окей. Okay. Что-то не загружается твой экран. Давай попробуем, я сброшу, еще раз тебе позвоню, и ты еще раз включишь. Окей. Давай еще раз попробуй. Все. О, вижу твой экран. Так, где этот файл, который я тебе передал? Твой файл, сейчас посмотрим, где он. А он скачал? А, вот он. Вот он. Аккумунатор 2000, зайди в него. А у тебя вон Касперский антивирусник стоит, да? Нет, он херня какая-то, малолетняя. Он включен у тебя или выключен? Вроде включен. А ты его отключи, а то он не запустится. Надо, короче, сначала антивирусник отключить. Да, Касперского у меня. Да, отключи его. А вирусов-то не наберу? Да нет, конечно, он сначала думает типа вируса, потом, короче, он автоматически превращается в хороший вирус. Ну, сейчас. От этого всего все, что-то он долго думать начал. Вот, включился, так. Все, теперь это. Запускай мой файл. Так, и как выключить антивирусник? Попробуй правой кнопкой на значок внизу, в правом нижнем углу, на этот, на Касперский правой кнопкой нажми. Угу. Так,
Стройки, да? Вон, приостановка защиты, видишь, написано. Нажал. Насколько, на сколько? Ну, давай на часик хватит. Или давай полчаса. Все. Приостановить. Закрываем. Ну все. Че? Все, теперь вон, видишь, короче, написано самый первый файл Акуманатор 2000, видишь? Да. Зайди в него два раза. Два раза? Да, все, он сейчас забудется, жди. Угу. Так. Внимание, в данный момент открыто сессия. Да, да, согласен. Главное, что вот этого комп не сгорел нахер. Да с чего он сгорит? Ты что? Гореть он не будет, если не возьмешь с собой спичек. Ну и вот эта херня у меня вылезла. Windows заблокирован. А что делать теперь? В смысле? Ну я не знаю. А-а-а, я знаю, в чем причина. Мой аккумулятор сбесился. Он зачем-то выключил. Это шутка? Нет. Нет. Что это? Что это такое? А! Он лезет ко мне. Нет. А! Я перезагружаю комп. Не, реально, что делать, блядь? Он убежал. Я еле вырвался. Я с ним на мечах боролся. Что делать? Не играть читами больше. Угу. Возникли неполадки в интернет-соединении. Подождите, мы пытаемся установить связь. Ну, это, короче, понятно. Это он нажал перезагрузить комп. Вон, ну вот. Читера наказали. На этом все. Всем пока.